Значит так. Я сейчас все объясню. Я тут все посчитал. Если вы возьмете меня на постоянную работу, то я могу отдавать пол зарплаты и через 23 года закрою всю стоимость машины. А квартиру продать я не могу. Она в ипотеке, и у меня там трое детей. Дети, хватит! Могу предложить один ход. Вам и Кате надо будет пожениться. Потом я вас разведу, и угнанный автомобиль вам простится. Знакомься, это Артур, мой жених. В общем, все это фикция. Мы вместе едем к его дедушке. В Армению, к дедушке. А я скучала, Таня. Я Катя. Кажется, у папы служебный роман. Это все на виду своих детей. Наш сын вернулся домой спустя 12 лет. Ты можешь его не воспитывать, а просто любить. Эй, Инчкачка. Мы с Екатериной решили пожениться. За ваш союз. Нам не нужна свадьба. Свадьба будет. Я на эту свадьбу не пойду. Еще как миленькая пойдешь. Эй! Ты скоро станешь нашей мамой. Она не наша мама. Она жена нашего папы. Я не могу простить, пожалуйста. Я всегда своим детям говорю, чтобы они помнили про домик в сердце. Там все наши воспоминания. Просто надо там иногда навести порядок. И все сразу станет легче. Около тебя.